Позавчера утром был снег небольшой. Серость. Жуткая серость. Нет, ни в коем случае вообще не ищу. Я просто здесь. Если я буду просто ходить сама с собой разговаривать, ну это уже как будет подозрительно. Здесь хотя бы скажу, что я вот с вами общаюсь. Вернулась. Тоже нет. Ну, как? Нет. Вот эта платформа. У меня просто работа завязана на соцсетях. Да, Короче, часть клиентов именно из соцсети. Посиди, сложно. Только никуда не уходи. Договорились? Угу. Все, сейчас я приду. Спойте сначала. Сиди. Нет, работа у меня. Я, короче, плету косы и, ну, выкладываю свои работы в Инстаграм либо в ВК. То есть оттуда люди тоже приходят. Сбегу у меня, как бы я вроде бы тут как будто бы ведущая, но ни разу план не сделала, поэтому я не считаю себя таковой. Здравствуйте. Я пошла, то уже дойду через калитку. И что-то сидела вот за машиной. Да еще кинь для гостики, пожалуйста, с фиолетовым. И единственный контакт с медовой. Для глаз с фиолетовой кнопкой. А с кнопкой нет. Тогда не надо. Вилсон. Надо. С ментоловой. Компакт. Угу. Или там? Компакт. Окей. Да. А где у вас эклипс? А, что-то я не вижу. Покажите, пожалуйста, где у вас эклипс? Жвачка. Или кончилась? Иди туда. А, вот он. Последний. Да? Приложим. Потом. Спасибо. Так. Еще раз. Короче, я плету косы. И клиенты многие идут из соцсетей, потому что выкладываю работы. Поэтому можно сказать, что да, я в какой-то мере зависим от соцсети. Привет. Мам, что? Все, сына, поехали. Где же Лилига, блин, бар? Ага, все, садись. Вау, садись там. Да вообще иногда охота уехать куда-нибудь. Да иду. Без телефона. О боже. Только без воронки продаж. Я отработала торговым представителем и работала еще в рекламе. Ну, тоже как бы продавала рекламу. Мне эти воронки продаж поперек горла сидят уже. Нет, нет, здесь мне, короче, подруга посоветовала.
типа, что здесь можно якобы зарабатывать, в том плане, что ты ведущий и будет зарплата. Но так как у меня не получается, поэтому и, ну, с моего города я здесь никого еще не встречала, чтобы, например, ну, это было для работы, для моей основной. Так что нет, чисто просто поболтать. Выход из зоны комфорта. Учиться разговаривать о людях. Виртуальных людях. Да, с моего города здесь, ну, я никого не встречала, чтобы, ну, вот именно это для продаж было. Я когда работаю, бывает, там, включаю эфир, смотрит, ну, с других городов. Вот девушка тут смотрела, спрашивала, с Москвы я или нет, и сказала, очень жаль. Так бы пришла пока на прическу. Ты ешь свои печеньки, мы уже почти приехали. Ну, вообще у меня есть клиенты, поэтому я рекламу не даю. Лишь бизнес здесь просто вот, просто. Ты все поел, печеньку? С телефона же. Все? Одну печеньку возьми с собой. Дети у меня 12-14. Мам. А ты собаки на макапали держишь. Все, Серый, пошли. Мама. Ну, мы в школу идем. Все, в школу. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Иди, иди. Не бойся. Она ж тебя не трогает. И ты ее не трогаешь. Я сажу. Это макафоны делишь. Макафоны делишь. Делишь и написафоны. Блин, блин. Да. Блин, да. Угу. Я поняла. Под ноги смотри. Так. Ладненько, ребят, всем доброй ночи. У кого утро? Да, это младший он у меня, особенный младший. Нам поставили прививку. И вот мы такие стали.